Микрорайон «Дружба» в Мытищах заполонили кабаны. Они обходят дворы жилых домов, уничтожают клумбы и надолго останавливаются возле мусорных баков, которые выполняют для них роль фастфуда. И, судя по всему, кабаны точно знают все адреса своего общепита. О том, кто им его рекламирует, мой коллега Александр Карпов. Форменное свинство захлестнуло улицы Мытищинского микрорайона «Дружба», наводя ужас на двуногих старожилов. Беспардонные вепри и свиноматки с подсвинками из парка «Лосиный остров» устраивают лукуловые пиры на местных помойках. Вот та же опять история. Магазин выкинули просроченные фрукты, и кабаны опять сюда пришли кушать. Рядом детская площадка. Это однажды плохо кончится. Именно на магазин, что тайком выбрасывал просрочку в городские мусорные баки, грешили поначалу. Вот местные жители тут говорят, что вы выкидываете мусор, и кабаны приходят. Всего доброго. Причина выхода животного в наш поселок – это несанкционированное подкармливание животных. Ну, это же не попало само собой сюда. Это явно принес человек. И таких коллаборантов местные борцы с дикими хавроньями даже застигли на месте преступления, то есть кормления. Здесь, во-первых, надо создать комиссию, то есть, которая будет природоохрану защищать интересы, интересы жителей. То есть все нужно привести в соответствие к действующему законодательству. Просто кабанов не кормить? И люди хотят проявить свою человечность, почему бы им не покормить? Какой комиссии создавать не надо. Просто надо людям не бросать мусор туда. Они специально сначала их подкармливают, а потом жалуются, да. А пока люди спорили, гангстеры с наглыми пятачками успели обложить данью весь район, для устрашения сожрав ночью целую клумбу гортензий, высаженных общественницей Анной Лукиничной. Здесь разрыли, вот там разрыли клумбочку, вон там разрыли. Это все вы сажали гортензии? Конечно, вот это все, это мои руки вот это. Приходят как банда. Они выходят, вот так вот, раз, мы здесь вечером все гуляем, дети маленькие выходят и прямиком между детьми где-то останавливаются, где-то что-то берут. Ошалевшая от безнаказанности банда отъевшихся кабанов творит беспредел во все новых жилых кварталах, не стесняясь даже официальных лиц из районной администрации. В 2024 году планируется полная реконструкция забора. Сейчас конструкция не позволяет предотвратить выход животных на территорию поселка. По согласованию с жителями будет определенное количество входных дверей. Кабаны проходят через этот забор, им эти калитки даже не нужны. Они проходят через такой забор. И... Так что, неправильно сделали калитки или правильно? Неправильно. Дискуссия о количестве калиток в ограждении, увы, стала бессмысленной, когда стало ясно, что целую секцию забора унесли некие злоумышленники. Возможно, те же кабаны. Ну или пионеры на металлолом. Зоологи из национального парка пояснили, свинский рэкет можно пресечь, лишь прекратив угощать парнокопытных агрессоров. Если его подкармливать, подсыпать что-то, он в любом случае будет искать эту еду, он будет возвращаться многократно, и это, конечно, опасно. Вес взрослого кабана-самца может достигать 200 килограмм. У самцов есть клыки, которые довольно опасны, они могут дорастать до 15 сантиметров. К тому же кабаны вовсе не голодают. В Лосином острове установлены кормушки, которые кладут подходящий для них корм, а не ту просрочку из магазинов, от которой у диких хрюшек изжога и несварение. Александр Карпов, Александр Кучеровский, Павел Летников. Вести.